Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, пандемия, пандемия, а жизнь продолжается. Я думаю, что очень многие родители, чьи дети занимаются музыкой, серьезно, я думаю, вздохнули с облегчением, когда все-таки позволили им вновь заниматься любым делом, музыкой. Об этом мы в том числе поговорим с нашей сегодняшней гостьей Еленой Лореной-Швилпе, руководителем Европейского детского музыкального центра. Добрый день. Добрый спасибо день. За приглашение. Мне очень приятно быть в вашей студии. Я часто здесь бываю и всегда встречаю очень приятных людей и хороший прием. Спасибо. Да, спасибо вам тоже. Ну, если так вот, я думаю, вы не дадите мне соврать, если так вот взять, подсчитать, вот сколько учеников у вас занимались, через вас прошли, наверное, неправильно, сколько вообще занимались в вашем центре и лично с вами, как с педагогом, наверное, несколько сот наберется, если не больше. Да? Я думаю, что больше. Даже тысячи уже, да? Потому что, знаете, детская студия когда-то организована была в 92-м году, называется «Помпурини», и она уже 28 лет существует, поэтому и идет дальше. Поэтому очень много детей выросли. Многие сделали такие же «Помпурини» уже в разных городах. Я знаю, что есть «Помпурини» в Энспилс, «Помпурини» в Даугавпилс, и есть «Помпурини» даже в Лондоне. Так что ученики продолжают. Наши соотечественники. Да, вы знаете, так интересно, когда мы праздновали юбилей 25-летний, мы решили пригласить выпускников, которых как бы там видим. И вы знаете, так интересно, если не все, но 70% остались работать в музыкальной индустрии. Это было очень удивительно. Мы сами это открыли, и я очень рада. Много педагогов вокала и музыки вышло через «Помпурини». Угу. Да, вот, может быть, еще к истории, может быть, мы вернемся, но говоря действительно об этой чрезвычайной ситуации, пандемии, когда всех заперли дома, как вообще вот это все пережили, и ваш музыкальный центр, ваши воспитанники, вы сами, может быть, ваши коллеги, вот как это все происходило, чуть-чуть расскажите нам. Вы знаете, на самом деле это был шок, начиная от того, что мы готовили огромный отборочный тур «Славянского базара», который был намечен на 14 марта. И 13 марта мы получили из зала библиотеки звонок, что вам отказано в зале, потому что закрывается национальная библиотека. Как вы понимаете, все было готово, все уже оплачено, и поэтому очень это было удар по всему. И, конечно, было очень сложно. Знаете, сначала вообще не могли понять масштабы бедствия, будем так говорить. Когда, временно, неделька-другая, да. И когда в субботу мы звонили родителям, что, то есть в пятницу отменили, в субботу говорили, что не будет занятий, в школу нельзя приходить в «Помпурини», они с таким недоумением, как это нельзя, почему это вдруг нельзя приходить, когда… Все время приходили, у нас еще один урок, и тогда у нас будут, и как раз каникулярное время начиналось. И нельзя было объяснить, что же происходит на самом деле. И только со временем, когда мы столкнулись с тем, что действительно это все произошло, но на самом деле мы уже, я очень горжусь, что буквально через 5 дней мы собрали педсовет, что тоже было очень трудно, уговорили учителей выходить онлайн каждый урок. Нашли этот Zoom, как сейчас все такие умные уже знают, как в Zoom соединяться и как делать, а тогда нужно было понять, какая платформа, что надо делать, как организовать эти все уроки. И на самом деле онлайн-уроки – это совсем другое преподавание. Здесь другой жанр, совершенно другой жанр. Здесь другая методика нужна. Мы разделили все уроки вообще пополам. То есть если у нас в программе предусмотрено, что «Помпурини» занимаются каким-то предметом, например, 2 раза в неделю, то педагог выходил в эфир 4 раза в неделю. То есть его разделили урок, чтобы можно было общаться с учениками, с родителями. Конечно, педагогам это было очень трудно. То есть вы проводили открытый урок. Никуда уж тут не спрячешься. Да, никуда не спрячешься. И на самом деле технически эти все возможности, какие бы они ни были, но заниматься творчеством, я всегда это говорила, но потом я подумала, может быть, я уже старомодная, не понимаю, так много онлайн-уроков предлагают, особенно по вокалу, там
любому там творчеству, но я когда видела, что урок по вокалу и еще и стоимости такие, думаю, наверное, что-то я не умею. Но не умею я преподавать вокал. И, не в живом контакте, да? Да, да. И думаю, ну, наверное, я не знаю какие-то новые методики. Сегодня я вам могу сказать, что невозможно научить вокалу по интернету. Невозможно? Нет. Потому что это онлайн-обучение, это, в принципе, предусматривает какой-то лекционный подход. Вы можете послушать лекцию, вы можете какие-то для себя новые там приемы узнать, но подходят ли они вам лично, понимаете? Это все равно, что пообедать по интернету. Понимаете, вы можете посмотреть, как Юлия Высоцкая готовит вкусные блюда. У вас даже слюнки потекут. Да, слюнки. Вы все увидите. Вы даже можете это дома приготовить. Но от того, что вы увидели, ну, я думаю, что вы сыт не будете. Это правда. Вот все-таки не могу вас не спросить, учитывая ваш богатый опыт. Ну, знаете, как говорится, в пении или, может быть, что-то сродни спорту, поскольку одни приводят детишек на спортивные занятия, ну, не знаю, думая, что в нем есть какой-то потенциал, из него вырастет спортсмен. Другие для здоровья. Третьи, потому что, не знаю, там им нравится этот вид спорта, там, не знаю, футбол, художественная гимнастика и так далее. Вокал, наверное, тоже, когда родители приводят своего ребенка, не все же думают, что, о, ну это будет звезда шоу-бизнеса. Ну, может быть, родители так считают, но вы-то видите, да, вот какие все-таки мотивации у родителей просто для общего развития музыкального, или действительно родитель думает, что вот сейчас будет звезда? Вы знаете, конечно, в голову каждого родителя не влезешь, я, учитывая вообще ваш опыт. Но мы проводим очень большую работу с родителями именно по этой теме, потому что на самом деле это мое личное убеждение, и оно уже доказано, конечно, научно. Занятие вокалом развивает мозг, образуют новые нейронные связи, и те, кто занимаются вокалом, лучше усваивают материал математики, чтения и так далее. Да, конечно, потому что… То есть доказано, да? И доказано научно, и, ну, так это очень сложно на самом деле. Вам нужно не только спеть, например, там, попасть в ноту. Что такое попасть в ноту? То есть вы должны проработать через свой мозг эту высоту. Да. И если вы не попадаете, вы должны как-то, еще же не понимая, какая это нота, ребенок еще не знает музыкальной грамоты, он должен как-то понять, выше, ниже, и где это выше или ниже. То есть это должен мозг понять, это, куда ему надо заскочить, чтобы совместить правильную ноту с той нотой, которую он как бы слышит, будем так говорить. Дальше. Эти все ноты нужно организовать ритмически. Понимаете? То есть это другая работа. Третье. К этим нотам нужно добавить слова. Четвертая работа. Да, четвертая работа мозга. К этим словам нужно добавить движение. И это разное полушарие вообще. Быть гармонично, да. Да, это полушарие разное вообще. А к этому еще проявить эмоции, улыбаться и излучать радость. И особенно, когда приходит маленький ребенок, это его очень большая организация внутренняя. И мы учим. То есть он дома – это один ребенок, а на уроках – это совершенно другой ребенок. И нас родители с удивлением спрашивают: как вы делаете так, что дома, например, ему сказали, сделает это в нужное время. Он посмотрел, если он хочет, делает, если не хочет, не делает. Не делает, а здесь сколово-то сказала, и я должен в этот момент, понимаете, настолько должен собраться в ребенок, что он должен сделать в нужное время выполнить поставленную задачу. Это не так-то просто. Это да. Причем в нужное время, не тогда, когда он хочет, а в то время, когда нужно выйти на сцену и сделать все то, что ему как бы… А вот вы интересно сказали, вот это слово «сцена» – это очень важно, потому что, наверное, одно дело, когда ребенок приходит, вот он занимается, все вот эти вот, то, что вы сказали, ноты, звуки, слова, все это понятно, а другое дело, когда ему предстоит выйти на сцену, не знаю, на маленькую, на большую, перед большой аудиторией, перед маленькой. Это ведь тоже такая уже работа педагога в качестве психолога. Конечно, потому что не все смелые дети, конечно, без комплексов могут выйти и спеть, и не обращая, конечно, внимания на публику. Конечно, конечно. Дело в том, что, как я говорю, артист живет аплодисментами. И каждый человек, и маленький человек, и особенно маленький артист, должен понимать, что зачем он делает вот эту поставленную задачу. Для того, чтобы, вот, например, там, через 2 месяца у нас концерт, и мы
это готовим для выхода на концерт. Шьем костюмы, учим песню. Да, и они ждут вот эту вот маленькую, проживают вот эту маленькую там жизнь, та, которая вот отмечена там 2-3 месяца для подготовки какого-то репертуара. К примеру, в сентябре они приходят, и мы сразу ставим задачу выступления на там... Земсветки, да, на Рождество. Рождество и Новый год. И они говорят, так, еще пока у нас здесь вообще непонятно, как где здесь Рождество, вот считайте, через месяц мы уже будем это делать. И они понимают, для чего они работают, что они делают и поставленные задачи. И обязательно нужно делать детям серию концертов для того, чтобы они понимали, что они делают. Что мы и сейчас делаем на самом деле. О. У нас был такой огромный стресс из-за того, что дети сидят в телевизорах, но они так работали. Они вот это, считайте, вот как только объявили карантин. Пандемию эту, да. Да, пандемию это все. Конечно, говорю, мы от стресса, а я от того, что мне так жалко детей, что они так работают, стараются и ждут вот этого момента, когда уже это все закончится. Они, многие сделали такой большой репертуар. Мы просто поменяли работу, и в это время учили слова, учили мелодию, то есть, это, говорю, что не занимались, в принципе, вокалом в том объеме, как мы это понимаем, но зато нарабатывали репертуар. И когда мы уже в конце мая, в первых числах июня встретились, то мы уже, конечно, это все потом поставили именно на правильное звукоизвлечение и, ну, добавили все краски, будем так говорить, эмоции и так далее. И у нас получился очень большой репертуар. Я, конечно, договорилась, и Пумпурине, извините меня, 16 концертов за лето поют. Поэтому вот даже сейчас я с вами разговариваю, я уже понимаю, вот в эту субботу 8 числа выступаем в Огры. Потом концерты 11 число, 14, 15, 16 и фестиваль Summer Symphony 22-23. То есть это только август, я вам сейчас рассказала. Мы еще к этому обязательно вернемся. Вот перед короткой паузой, все-таки, вот если нас слушают родители, которые еще вот только обдумывают отдать своих чад все-таки обучаться вокалу, что вы вообще, учитывая ваш опыт, рекомендуете? С какого возраста, по какой возраст вообще? Ну вот что вы вообще говорите? Не знаю, с 3 года, 4, 5, 6, когда? Вы знаете, когда? Сейчас, извините, перебила. Да. Сейчас такие интересные дети, вообще просто это космос какой-то. Совершенно не сравнится с теми детьми, которые были, к примеру, в 90-е. Да? Даже вот 2000-е, это тоже другие дети. Угу. Сейчас дети – это какой-то космос. Если раньше, когда ко мне приводили в 4 года, я говорила, ну еще вы мне в колясках приведите, то сейчас около 3 лет есть такие у нас дети, которые, например, в прошлом году вообще начали заниматься, им, например, там через месяц только 3 года исполнится. И они полностью, они самостоятельные, они могут себя обслужить. У них восприятие мира настолько мудрое, что мы нас так слушаем их и на карандаш берем. Обучению они уже годятся. Да, в принципе, с 3 лет сейчас вполне можно начинать заниматься. В принципе, в 3 года, в 3-4 года мы берем детей даже без прослушивания, потому что по той программе, которая у нас есть, мы можем говорить, что через год этот ребенок полностью избавится уже и от, если у него там нечистое интонирование и так далее. То есть это дети, в принципе, когда их приводят 3 года, то уже, например, в декабре они уже выступают на концертах. Понимаете? Елена Лоренс-Рилп у нас в студии, руководитель Европейского детского музыкального центра. Прервемся на короткий перерыв, буквально пару минут, не переключайтесь. Микс-ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Елена Лоренс-Рилп у нас в студии, руководитель Европейского детского музыкального центра. Да, и мы сейчас как раз вот поговорим, действительно, вот то, что вы в первой части для затравки нам сказали, что вот все-таки ну, соскучились дети и родители, наверное, и сами педагоги по каким-то фестивалям, и очень большое сейчас, вот, ну, большое число желающих, да, поучаствовать. Может быть, об этом чуть-чуть расскажите нам. Конечно. Большое число желающих, и все время нам писали письма с просьбой, может быть, все-таки вы организуете какой-то хотя бы маленький фестиваль, чтобы можно было вживую выступить. Я проработала все возможности, которые можно сейчас предоставить, чтобы это было максимально осторожно, со всеми мерами предосторожности, выбрала зал,
которая подходит больше всего для таких мероприятий. Ну, что я могу сказать? 22 августа мы собираем Summer Art Symphony. То у нас Рига Симфони, а это Summer Art Symphony. Конечно, просились разные страны, и Италия, и Хорватия, и Германия. То есть хотели все к нам приехать, да? Да, да, но все привыкли, на Рига Симфони собираются около 30 стран, и все привыкли, и уже как увидели Симфони, то, конечно, хотели приехать. Но все-таки мы решили ограничиться только балтийскими странами, и приняли только 120 заявок, и больше мы просто не можем принять, потому что мы не сможем их разделить и сделать все меры предосторожности. Потому что, например, если фестиваль, который рассчитан был на там, 6 часов проведения, сейчас нужно разделить, мы, например, разделили по 2 часа, 2 часа перерывы между каждыми группами, чтобы они не встречались и разными выходами выходили. То есть это очень другая совершенно организация, совершенно другая. Что вообще будет на этом фестивале? Чуть расскажите нашим радиослушателям, в чем особенность, будут ли зрители, как это все будет происходить? Трансляция, может быть, будет в интернете. Да, да. Вы знаете, зрителей мы не приглашаем, к сожалению, причину, да, извините, пожалуйста, да. Но будет очень хорошая трансляция в интернете, 4 камеры, ЛТВ-7 будет нам помогать это все снимать. И, то есть это будет не одна статичная камера, которая стоит, а это будет микс, который будет очень красиво все передавать в эфир, поэтому все желающие, все зрители будут в прямой трансляции видеть, что происходит на сцене. И мы специально выбрали зал, который это будет Studio Hall 69 на Terbata 73, потому что он состоит как бы из двух залов, которые разделены. И участники будут выступать на одной сцене, минимальное количество будет сидеть в этом зале, где выступают, а те, кто ждут, например, свое выступление или родители, могут смотреть все то, что происходит на сцене, во втором зале большом и сидеть прекрасно на всех расстояниях, которые должны быть. Мы уже купили все дезинфекторы и так далее. А правда, что ваши вот воспитанники были и на Славянском базаре? Конечно, да. И на Славянском базаре, и на «Голосе», и на «Экс-факторе». Даже сейчас девочка прошла на «Голос» в Литву. Так. И собираются, да. В прошлом году Анастасия Редкославина прошла на «Голос» в Литву, выступила с большим триумфом. Я думаю, что все четыре повернулись и говорили, какой у тебя прекрасный голос. И она же когда-то тоже была на Славянском базаре, представляла. Вот, и в этом году прошла Маша Мельникова, да, тоже на «Голос в Литву», вот готовится 15 числа ехать, но уже на слепые прослушивания, так что это все. Да-да. Вот если вот родители, наверняка, они спрашивают, те, кто, верит в своего ребенка, это, наверное, правильная позиция родителей, и вы говорите, чувствуете, что действительно есть талант, есть искра, вот какой совет вы им даете, потому что зачастую родители, может быть, не понимают, что какой-то там шоу-бизнес, какая-то известность, вот участие во всех этих вот шоу, X-Factor там или «Голос», во-первых, это стресс, наверное, для ребенка и для родителей тоже, во-вторых, это совсем не значит, что дальше вот вся карьера сложится, все благоприятно, ведь это тяжелый хлеб, правда ведь? Ой, хлеб – это очень тяжелый, на самом деле, но нужно просто с самого начала воспитывать правильное восприятие и правильную точку зрения на все эти шоу. Я начинаю с того, что говорим, значит так, давайте начнем с того, что это все шоу. В принципе, это все шоу. К этому надо так и относиться. К этому, да. И если ты выстраиваешь, а мы уже видим, например, у нас школа, и все аккредитованные у нас программы, все лицензированные программы, да, как хореографии, так и актерское мастерство, и вокал, и все, что мы преподаем, эти все программы лицензированы. И поэтому даже если говорить об оплате, очень хорошо, что в конце года родители часть своей оплаты могут получить от государства обратно, когда сдают. Да? То есть есть такая опция. Вот. Но и программа предусматривает обучение до 12 лет.
А после 12 лет мы уже понимаем, что этот ребенок действительно перспективный. Ну, наверное, не только мы понимаем, уже и родители понимают, и все окружающие понимают. Но это можно быть 7 пядей во лбу, можно быть очень талантливым, но, что называется, не уметь нести удар, держать удар. Понимаете? И многие тогда не думают, стоит. Что если вдруг они не пошли в каком-то шоу, всё, конец, жизнь закончилась. Нет, да. Да, да. То есть нужно понимать, что это еще одна ступень и твоего развития. Есть в каждом шоу есть свой, ну так сказать, расклад. В каждом шоу должен победить тот, кто должен победить. Понимаете? А для тебя это реклама, это ступень или, и так далее. Понимаете? То есть и те, кто хотят тебя увидеть, они тебя увидели и дальше пригласили. И поэтому это так на всех конкурсах и на всех фестивалях на самом деле. И если подходить именно с этой точки зрения, то нет никакого конца света, как вы говорите. То есть есть работа. А ведь в любом, как я всегда говорю, те, кто получают гран-при, чаще потом гонорары не получают на самом деле. Они потом куда-то растворяются. Потому что они являются иногда просто, как сказать, игроками в какой-то игре. Вот. Редко бывает, как, я не знаю, там уже там какой-то совсем большой талант, который уже просто нельзя было подвинуть, будем так говорить. Но тем не менее, все происходит, и участники участвуют в различных шоу и продвигают свое творчество таким образом. Не обязательно в них побеждать, но обязательно участвовать. Да. Вот, может быть, еще такой вопрос, который хотел задать, что касается, вот вы сказали, что программа лицензирована. Значит ли это, что есть какой-то курс, который надо пройти, и можно получить какой-то, не знаю, сертификат, диплом, да, конечно. Что-то чуть расскажите. Да, конечно, у нас проходит. Дело в том, что в обучение ведь входит очень много программ, и обучение состоит из различных ступеней, будем так говорить. Есть подготовительный этап, где просто учат интонированию совсем маленьких детей, дошкольных. Да? Потом со школы начинаются уже, и проходит, например, там есть и рисование, и хореографию, но она не как хореография, конечно, это сценическое движение, и уроки развития речи сценической. Когда начинается уже там школьный период, да, то есть закончился подготовительный период, тогда начинаются уже основы сольфеджио, начинаются основы классического звукоизвлечения. Да. Даже у нас есть не только хореография, а даже учение, как уроки красивой ходьбы по подиуму, как-то я забыла, сейчас как-то, да. Да, то есть, например, сегодня только у меня была встреча, я очень люблю новых дефилирование, людей. Да? Дефиле, да, дефиле, выскочило, да. Слово просто, да. Это дефиле. А сегодня, например, была у меня встреча с очень талантливым хореографом, который и является солистом, например, нашей латвийской оперы, и он высказал, что хотел бы провести, например, курс именно классического танца и научить детей правильной осанке, правильному там, каким-то движениям, да, но они будут не в стиле техно, да, а уже в стиле классического танца и под классическую музыку. Вот мы сегодня только договорились. То есть я хочу такой еще курс вести. То есть их много, пока ребенок учится, много различных предложений и курсов они проходят. И когда в конце они получают диплом, у них написано: прослушано уроков таких-то, такого-то предмет такой-то, столько-то часов, такое-то там джазовое пение, такое-то часов там сольфеджио, такое, столько-то часов, и получают, конечно, диплом, сертификат. Да. Торжественно, вот, красиво. Все-таки я понимаю, что пандемия, все боятся какой-то второй волны, и тем не менее, если все будет в порядке, будем надеяться, что Бог даст, так и будет, что у вас в планах вот до конца года? Вы, наверное, уже что-то с коллегами прикидываете. Ой, да, прикидываем, конечно. Конечно, хотим заниматься не онлайн, а в своем любимом классе,
в Рижской классической гимназии, в которой мы работаем с 2003 года уже, она нам родная, и хотим сделать и принимать гостей в декабре месяце на фестивале «Рига Симфони», и хотим выпустить свой альбом. Мы каждый год заканчиваем год сольным альбомом «Пумпурини». И в этом году мы в мае месяце мы его не сделали, но надеемся, что мы его в конце августа сделаем и будем презентовать уже в сентябре месяце. И, конечно, хотим ездить на конкурсы и фестивали в другие страны. Вот, может быть, еще говоря вот о международном, может быть, сотрудничестве, вы сказали, что хотели приехать из разных других стран. Значит ли это, что вы постоянно поддерживаете какой-то контакт с коллегами, и как это все происходит? Ох, конечно же. И сейчас поддерживаю. На самом деле, я являюсь постоянным членом международного жюри по вокалу. И приблизительно от 60 до 80 конкурсов за год я посещаю. У меня договор на этот год был договор. Около, по-моему, 76 конкурсов я должна была посетить. То есть я их реально посещаю, сижу в жюри или председателем жюри, это тяжело, или членом. Между прочим, да. Да, но это одна из частей моей работы. Потому у меня и возникло когда-то желание пригласить всех в свою красивую Ригу и сделать всех гостей, которые где бывают, да. И поэтому они с большим удовольствием откликнулись и приезжают. А теперь, когда все ушло в онлайн, теперь модно стало проводить конкурсы онлайн, понимаете? Приглашают много сидеть в жюри, я, к сожалению, отказываюсь во многих, но в некоторых не все чувствую. Равно... Все-таки, мне кажется, может быть, я не прав, но вот это вот пение, как-то вот должна быть энергетика, да, вот ну, нужно невозможно. Сидеть. На самом деле, да. Это все не потому то, конечно. Это все равно, что вот мы просто слушаем по радио, это, конечно, тоже есть в этом свой кайф, кому нравится это, но, тем не менее, наверное, для жюри, вот не видя живьем, да, вы человека... Вы знаете, наверное, это вообще другой жанр. Вот я так хочу сказать. Онлайн-конкурс – это другой жанр. Это нельзя называть не конкурсом. Это, да. Нет, это не надо. Вы знаете, оно может быть, как имеет право быть и существовать. Но это другой вид искусства. Потому что трудно исполнителю спеть у себя дома, холодильник там сзади, в тапочках, да, не имея публики, свет, звук, понимаете? Нет такой энергетики, да? Ну-ка, они не излучают энергетику. Ладно, окей. Дальше, тот член жюри, который оценивает, да, я ничего не хочу сказать, но они тоже все разные и в разное. Вы понимаете, когда мы сидим, оцениваем, у нас все происходит сейчас, сегодня. Мы можем одного с другим сравнить. Мы поняли, что какой посыл произошел, поставили оценки, и оценили, да, как член жюри. Вот. Когда тебе прислали, особенно, например, один раз мне прислали 120 участников и сказали, ну, когда будет время, ты там слушай в течение, там, не знаю, двух недель. Ну, я и слушаю в двух недель. Сегодня у меня одно настроение, завтра я забыла, как спел уже этот. Я не хочу просто про кого-то другого, да, говорить, конечно, я, да, говорю про себя, да? Да. Вот. Хотя я как бы не самый худший член жюри, будем так говорить. Добрый. Да. И на третий день, пока я слушала, мне в этот момент по телефону кто-то позвонил и так далее. То есть я хочу сказать, что существуют объективные и субъективные причины, по которым член жюри не может объективно оценить. Это мое мнение. Вот. И потому что он не испытывает то, что тот участник хочет сказать. Сказать. То есть это другой вид искусства. Его нельзя называть... Ведь вообще это право, да, дело ведь не я только... думаю, что это просто мероприятие в поддержку творческой молодежи. Ну, чтобы не так грустно жилось, давайте что-нибудь сделаем, понимаете? Вообще это право, тем более, мне кажется, пение, если я не прав, меня поправьте, это ведь не только технология, да? Ведь многие не понимают, что не надо... Дело не только в том, чтобы человек правильно спел. Да? Ведь важно что-то передать в этой песне, да? Должна, ну, быть какая-то душа, а не просто сказать, ну да, ноты взял, но ничего не чувствую я, да? Вот это ведь тоже это имеет же значение. Самое главное. Да. Вот это самое главное. Ведь почему с многих концертов, даже очень хороших певцов, люди со второго отделения уходят? Уходят, да. Вроде и правильно поет, как бы не придерешься, да, технологически. Да, да. Это надо все равно, что писать стихи правильно, зная рифму, но там ничего нет внутри. Именно, да? Так. Именно так.
И вроде бы так многие же, например, есть произведения такие, что это очень это отдельная такая тема, да, которая есть психология воздействия даже на слушателя, даже есть эта отдельная тема, которой занимаются очень большие психологи и умы. И когда, как говорят, спел первый куплет, припев, а что дальше? Все, тебя просканировал зритель, уже и посмотрел костюм, и фигуру, и голос услышал, надо удивлять чем-то дальше. И поэтому многие умные артисты все выстраивают, как психологически воздействовать, что сказать, где сделать акцент, понимаете? Здесь это целая химия и магия. Не случайно хорошие певцы, они ведь еще и актеры. Конечно, они очень большие актеры. Так я хочу сказать, даже, знаете, такой, ладно, не будем брать большую сцену. Когда начались уроки, мы вышли из онлайна и начались уроки офлайн, да, то есть вживую. Вы знаете, это был такой кайф. И мне даже так, мои ученики вообще тогда поняли. Вы знаете, мы забывали, сколько там урок должен, там 45 минут, час длиться. Наконец-то. Я смотрю, полтора часа. Глоток свободы. Все, вы знаете, это был такой, это химия, это как любовь. Вот я всегда сравниваю уроки, особенно вот когда идет один на один с особенно талантливым учеником, это невозможно. Это энергетика, которую мы просто качаем друг другу. Это какой-то... снос головы и мозга. Ну что ж, будем надеяться, что это чувство вас не покинет, и никакая пандемия этому не будет препятствовать. Елена Лорна Швилпа у нас была в студии. Большое спасибо. Спасибо большое тоже.